Друзья, это ужасная новость пришла к нам рано утром из-за границы. А перед началом просмотра видео подписывайтесь на наш канал, ведь завтра утром появится свежий выпуск, и вы его можете пропустить. Речь, друзья, пойдет о нашем любимом российском и советском певце Вадиме Казаченко. Нам сообщает о том, что вчера вечером Вадим Казаченко подвергся нападению неизвестных лиц, находясь на отдыхе в Турции со своей семьей. В тот момент он оказался один, когда к нему пристало двое парней, которые попытались забрать сумку, где находились его личные вещи. Между ними завязалась драка, в итоге Вадим Казаченко получил несколько серьезных ударов в область головы. Хулиганы скрылись с сумкой, где находились документы и личные вещи Вадима Казаченко. На данный момент, друзья, этим вопросом занимаются сотрудники полиции, а Вадим Казаченко обратился за медицинской помощью в больницу. Информации очень мало, так как много фактов остаются неподтвержденными. Надеемся, что уже завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, который мы покажем для вас, друзья. Следите внимательно за нашим каналом. Нажимайте на колокольчик и оставайте в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.